Ты. Ой, Эш! Тебя в ад по-любому. Здорово, отмылась? Хорошо, в чистилище тогда. Опа, это же Лебовский! Большой! Молодец вообще, уважаю. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и сегодня мы будем играть в игру, название которой говорит о славянской крови, текущей в жилах разработчиков. Если вы еще не поняли, то я озвучу это название. Да, это Peace Death. Полный, я надеюсь. Тем не менее, я рассчитываю, что эта игрушка займет место Reigns, которая недавно благополучно увенчалась победой и закончилась. Ну что ж, давайте сядем жопой нашей на средний стул. Чё? И чё это значит вообще? Хорошо, лайк. В общем, ставьте лайк. Кстати, от ваших лайков будет зависеть, будем мы продолжать в неё играть или нет. Ага, смерть сидит, и ей захотелось или ему захотелось сырое мясо. Так. Ага. Ну. Кликаем по холодильнику, а мяса-то в холодильнике нету, там перекати поле просто. Пронеслось. Ну как пронеслось так? Вальяжно. Где? Звякнуть. Давай звякнем. Кому? Звонок другу? Давай еще. Че, мясокомбинат позвонил? А, деньги надо. Лаванда нужна на мясо, на жрачку ты. Сырое мясо, наверное, да? Понятно. В общем, надо идти на работу, и тогда вам будет счастье. Окей, хорошо, все понятно. Это тебе по телефону сказали, да? Выходим. Apocalypsis Incorporated, да? Хорошо, давай. Добро пожаловать в компанию Apocalypsis, женец. Теперь ты подчиняешься мне. Осмотрись и принимайся за работу. А, значит, это была не смерть. Вот смерть. А это всего лишь женец, штатный, один такой. Ну и чё, я смотрел, что дальше. Тьма застилает мой взор. Ха, взор. Понял шутку? Ну да, понял шутку. Так, ладно, ты что тут? Из моей последней лошади вышло отличное жаркое. Молодец, толстяк. Ты что хочешь? За 7 дней Бог создал наш мир. За 7 секунд я разрушу любой. Ага, молодцом. Это кто у нас? Чума? В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Ну, возможно. Что это такое? Первая, значит, неделя. Клиенты ноли, черепа. Немножко бесит, что рамочка здесь такая. Она здесь затемненная, но тем не менее я от нее никак не избавлюсь, потому что именно так выглядит полноэкранный режим у этой игры. А она, кстати, новая. Если что. Ну ладно, забьем на эту рамочку. Хорошо, первая неделя, я очень рад, что, играть, хорошо. Сегодня твой первый рабочий день, женец, поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь. И чё? Ну, два демона, мужик, что? Чертей отправляй на левый лифт, ад, а людей отправляй на правый лифт, в рай. Хорошо. Кстати, по-моему, А это ад и Д это рай на клавиатуре, насколько я понял из этих самых комментариев. Приступай. Приступаю. Хорошо. Ну да. Я только погрел воды в тостере. Кстати, а у нас день заканчивается? Погрел воды в тостере? Ладно, хорошо, в рай. Я положил 5, но 6 нет. Бат, конечно. А почему ошибка-то, а? Жубицы. Угостите чашечкой чая. Ну, давай, врай. Аху. Всего лишь отравление пройдет. Не пройдет. Да почему ошибка? Чё, только демонов надо в ад? Я выезжаю... Я везу важный груз. Пропустите. В ад. Хорошо. Я прожил, положил 5, но 6... Хорошо, хорошо. Я понял, этих всех туда даже можно не читать. Власть тебя погубит. Возможно. Нафиг. Хорошо, даже можно не глядя. Нафиг, направо. Да. О, какой у нас рабочий день. Без ошибок, да.
Отлично. Нет, случайно было. Верните эту тварь. Ты сюда. Это Тимберлейк был или что? Бритни, ты что ли? Ладно. Туда. Нафиг. Туда, да, отлично. Странное место для нычки. Кстати, а если у нас день закончится рабочий, то что будет вообще? Ладно, пошел нафиг. Да пошел ты! Не всем дано оценить мой стиль. Ну, конечно. Я устал от постоянных упоминаний. Ну и ладно. Да нафиг вали ты сразу, красный. Ехе, чувак. Ехе. Мне не понравилось на Марсе, там зло. Нафиг. Это был чувак из Дума, явно. Джентльмен не плачет. Ну да, не плачут джентльмены. Я слишком крутой для тебя. Завали в ад. Работа выполнена. Ого, да, все. Да, срочно. Пройдено. Все клиенты распределены. 3 штук, черепа 45. Прибыль плюс 45. Время 111 секунд, да? Влияние всадников. И что, какое? Смерть вообще плюс 150, все остальные вообще на меня забили. Оценка Б. Ну, допустим, на А мы не наработали, там я парочку человек не туда отправил. Хорошо, что вы хотите с меня? Получи 10 черепов в случае победы. Вклад 5, время купить за 5. Я что-то не особо разобрался, сейчас будем думать. Время дополнительных секунд на уровень. Ага. Купить за 12. Давай вклад купим. Во. А зачем мне? Не нужно время дополнительное. Я и так справляюсь. Дальше, блин. Вторая неделя. На бэшечку первую. Ну ничего, младший стажер. Хорошо. Опять 30 клиентов. А что так мало-то? А, это был первый день. Точно, какая неделя. Хорошо. Почему повторить? Не надо повторять ничего. Давай. Сегодня другие жнецы наткнулись на забавную вещь. И вот что я скажу, жнец. Что ты скажешь? В попытках заставить своих чертей в рай заслать, Люцифер начал наделять людей своей демонической силой и рогами. И что? И что, мне рогатых не пропускать? Сегодня и отныне все, кто носит рога, должны быть отправлены в ад. Хорошо. Слушайте, это напоминает Арстоцку, просто вот капец. Арстоцка, вот, а она мне очень нравилась. Вот очень прям, Papers, Please, я от него тащился. Окей, хорошо, с рогами в ад. Приступаю. Давай, фокусник, молодец. В ад, сразу. О, это Джей был. В ад. В ад. Молодец, туда же. В рай. Держи свою религию при себе. Да пошел ты, блин. В ад. Вад, я сказал! Можно я буду у вас работать? Можно, работай. Случайность не случайный. Да, я знаю. Вад. А, нахер, тебя тоже. Да куда ты? Вад. Водка, сок, керосин, поджечь. Ладно, давай сюда. Ад. Сюда направо. Рогатый, ты че? Ни единой ошибки сейчас не будет. Вад, я сказал. Шериф, вне закона это слишком. Давай. Ват. Тельняшки, но ват. Туда же. Я сказал ват. О, человек в черном. Вот мы и встретились. Да. Тони ответит за это. Возможно. Азамат Заге. Это я. Молодец. Работа выполнена вообще. Молодцом. Смерть, ты молодец. А, с плюсом, блин. Здоровски. Прибыль 55. А 55 черепов, да, это все? Время 61 секунду. Вот это я понимаю, вот это нашечку. Че тут, кто тут у нас? Авторитет, дополнительное влияние всаднику, заказчику. Давай. Дополнительные секунды на уровень, не надо. Дальше. Не, подожди, назад. А что мы можем сказать вообще? Если кто-то хочет присоединиться к большинству, он вызывает у меня... А что надо вообще? Сегодня я убил 7 миллиардеров. 7 миллиардов? Ну ладно. И это не самый продуктивный из моих дней. Но сегодня мне хотелось бы отдохнуть, если ты посодействуешь. Окей, а что делать надо? Отработать следующий день в мою пользу, и у смерти будет меньше работы на сегодня. И что? Как тебе? Иначе мне придется заняться своей работой.
хорошо, давайте на красного поработаем на этом. Упыря, о да. Во имя вражды и убийства. Награда после работы. Понятно. Понятно, я все понял. Хорошо. Ок. А ты что-то скажешь мне? Из моей последней лошади вышло хорошее жаркое, да? Ладно, дальше, дальше. Куплено дальше. Опять 30 клиентов. Какие будут гайки подкручены на сегодня? Сегодня люди начали использовать оружие, жнец. А, с оружием, значит, в ад, да? Оружие — это такие опасные вещи, с ними в рай путь закрыт. Как рот нашего жирного голода для здоровой пищи, понятно. Все, кто попадает к тебе с огнестрельным или холодным оружием, отправляй в ад. Понял? Вперед. А с рогами не будет сегодня? Так, ну ты, короче, мы тебя быстренько отработаем, и тебя тоже. В ад будет с рогами? В ад. Отлично, в ад. Слышь ты, в ад, по-любому. В рай. Так. Давай, случайности не случайны, я понял. В ад, я сказал. Слышь ты, ты чё, блин? Да что вы пошли-то, а, с оружием постоянно? О, Эйнштейн, здорово. Джей, ну ты по-любому в рай, конечно же. В ад. В ад. Слышь ты, ты уставился на мои щеки? Да пошел ты нахер со своими щеками. О, какая неумственная щека. Неуместная, хорошо. В ад. Так, ты в ад. Ой, здорово, кровожадность. Конечно же, в ад. Ты туда же. И ты туда же. Туда же, я сказал. Ножичек, ну ножичек-то у тебя, а? Эйнштейн, язык засунь вообще. В рай. Все, ну ты по-любому в рай, мужик, конечно. В ад. И в ад. Все, отлично, здорово, работа выполнена, даже розовые очки надел. На пятюню с плюсом, младший стажер. Просто до стажера дослужились, отлично. Превосходно. Ну что ты? Арес Один Сет Жнец, я не просто так поставил тебя в один ряд с этими именами. Хорошо, молодец. Хочешь, чтобы все остальные дела также... Ну, возможно, возможно. Да, все просто. Отработай следующий день в мою пользу, и я построю, как это... Я посмотрю, как это можно устроить. Слушай, ну, вообще-то, ну, блин. В твою пользу, блин. А сколько можно в его пользу отрабатывать? У него там уже 250, у смерти 800. Ну, ладно, давай. О, да, во имя вражды и убийства. Награда после работы. Хорошо. Что-то нам хочется смерть сказать? Хитрые соперники, голод и чума придумали безотказный метод, чтобы поднять свое влияние. Какой? Представляешь, они разработали пончики, которые вызывают зависимость и жуткую аллергию, которая ведет к летальному исходу, и заменили ими всю еду. Нифига себе. Люди теперь делятся на эти два типа. Умирающих от аллергии на пончиках и умирающих от голода. И казалось бы, как мы можем... минимизировать потери и уменьшить количество нашей работы, жнец, а? Не отвечай, все просто. Но нужны деньги для оплаты услуг Шазама-волшебника. Он превратит людей в гигантских пауков, а пауки не питаются пончиками. Ну, нормально вообще. Боже, это будет самая страшная планета на свете. Ты в деле? Понятно. Если я откажу смерти... А у меня нет 150 черепов, прикинь. Нет 150 черепов. А что я могу сделать? Нету 150 черепов. Ну да, я покупал в прошлые разы. Покупал. Извиняй. Не, ну я, получается, пошу на смерть. Мне надо этих всех остальных конкурентов-то задвинуть немножко, да? Хорошо. Получи 10 черепов в случае победы. Окей. Время, уровень на 30 секунд короче. Отменить. Да нафиг, мы справимся. Давай, 30 человек. Я смогу. Ты знал, жнец, что средний человек носит в себе до 5 литров крови? Догадывался. А некоторые носят ее на себе, между прочим. Бывает. Чтобы не испачкать пятнами такой белый и чистый рай, всех, кто в крови, отправляй в ад. Легкую. Стартуем. Слышь, а на тебе нет крови? В рай. Пад по-любому. Туда же.
Рай, Ват и... Слушай, это опять Джастин Тимберлейк или Бибер, блин? Ват, я сказал. Ват! Бегом, Ват! Слышь, Ват! Ват! А, хорошо, хорошо, я тебя пропускаю, тебя пропускаю. Ты, Ват, ты по-любому, ты тоже, конечно же. Шериф, а это не кровь? Не кровь? Я проверю. Смотри, я с тобой слежу. Так, одному шаурму, одну шаурму, пожалуйста. Молодец. Я забыл перевести этот текст. Хорошо. Ты, Ват. Тупака только что Ват отправили. Ну, бывает. Так, Ват, сегодня ты Ват, а ты нет. С тобой тоже. Я устал от постоянных упоминаний. Ну, бывает. Ой, нет. Опа. Вот черт, мои джинсы порвались. Ну так Ват, в аду зашьешь, ты то же самое. И ты туда же. Всем дорога в ад сегодня, и тебе. А тебе нет, прикинь. Отлично, молодцой. Я просто не знаю, где мой день рабочий заканчивается. Или это вот время, это все время, которое у меня есть. Или оно рано или поздно остановится и все. Ну ладно, нашечку отработали, отлично, идеально. Так, слышь ты, тьма застилает мой взор. Ха, взор, понял шутку, понял. Я бы не смог есть одни бананы на необитаемом острове. Я бы съел сам остров. Ну ты молодцом. Если голова болит, значит она еще есть. Молодец. Так, сломал лифт. Его незамедлительно починят, но лишь раз. Да не надо, не надо. А это что такое? Бедность? На один признак меньше на каждом клиенте. Да нет, нет, давайте без понтов. Бума играет без понтов. На А с плюсом, а вот вчера просто на А отработал. Плохо, плохо, ладно, играем. Шляпы и головные уборы спасают от холода и от ветра, но здесь шляпы мешают нашим правильным решениям. Хорош. Те, кто попадают сюда, могут прятать под шляпами рога. А рога — это признак ада, да. И что прикажешь делать? Снимай с клиентов шляпы, чтобы быть уверенным в своем решении. Ок, день начинается. Хорошо. Где тут шляпа есть? Ват. Без шляпы. Ват в рай. Слушай, а у тебя... Ну ладно. Хорошо, потрясающе. Ты туда же. Слышь? Ты знал. В рай. Молодец. Ват. Что там было? Полюбуешься? На что полюбуешься? Ладно, в рай. Ват. А что у тебя? Ну, вот что ты за человек такой, а? Ват! Ват! Слышь? Вот что, все шляпами будут здесь с рогами? Нафиг! Нафиг с пляжа! Туда же! Туда же! Краснуха пошла! Так, ты нормальный! Ты тоже! Слышишь? Но ты с оружием, прикинь! Туда же! Туда же! Мужик, ты нормальный? Нормальный! Все хорошо! Слышь? Ну ты по-любому кровавый! Все! Работа выполнена. На ашечку я рассчитываю. Даже на ашечку с плюсом. Повышение. Старший стажер. Слушайте, от стажера я когда-нибудь избавлюсь вообще или нет? Ну ладно. Ну что, дать тебе? Смерть стоит того, чтобы жить, а работа того, чтобы ждать. Не каждая работа стоит того, чтобы ждать. На один признак меньше на каждом клиенте. Да нет. Починка. Сломал лифт, его незамедлительно починят, но лишь раз. Да не надо. Пускай не чинят. Понеслась. Один из самых кровавых дней, жнец, наступает сегодня. Да, а чё? А, под ногами кровь? Так много крови, что теперь нужно смотреть под ноги. Люди крови, которые грешники, оставляют под собой ядовитый признак плохих намерений. В аду им самое место. Понятно, начинаем. Ах да, приготовься к неожиданным катастрофам, жнец. Время на них ограничено. Разберешься. Слышь, как я разберусь-то, а? Ват. Ват. И нормальный? Нормальный. Ват. Ват. Слету. Слышь, ты нормальный вообще? Ну хорошо. А, ты по-любому не очень нормальный. А, знал. Что? А, лук. Что? У тебя кровь под ногами. И у тебя тоже. А ты вообще страшный. Ты капец какой страшный. Это считается, что на лабутенах, блин, ладно. Катастрофа? Что за катастрофа? Псих?
А что? А что там над лазер? Ахаха? Ахаха? Что за ахаха? Ладно, направо. Мне нельзя тут находиться. Нахер. Нахер. Я не разобрался с той фигней вообще. Ты в рай. На. Я копал, и вот я тут. Молодец, накопал. Туда. Отлично. В рай. В рай. Под ермолкой там ничего нету? Под песиками нет? Слышь, вот, гопяль. Слышь, ну, вот, знал же. Тупак, ты сегодня нормальный. Отлично. Нахер. Работа выполнена. Зачет. Что там было за катастрофа, я вообще не понял. Но отработал на с плюсом. Будем считать, что справился с катастрофой. А какого хрена это чуме добавили тут плюс 25, а? Я не добавлял. Че там? Что ты мне скажешь? Ты пожнешь, я посею. Наш черный урожай един, женец. 60 дополнительных секунд на уровень. Не надо. Авторитет. Дополнительное влияние всаднику-заказчику. Ну давай дополнительное влияние. Все равно я его буду брать за черепа, наверное. Давай дополнительное влияние будет. Хорошо. Это последний день в неделе. Хорошо, играем. Старший стажер. Твой первый выходной день, женец. Хотя в выходные ты тоже работаешь. Сегодня для тебя сюрприз. Тематический день. Что? Какой это? Используй свои накопленные знания в окружении жителей деревень Древнего Египта и выполни свою работу правильно. Приступай. Понятно. Слышь ты, пошла нахер. Туда же. Что это? Сестра твоя? А что у тебя? Что у тебя под шапкой? Это не шапка? Ладно, ворай. Нафиг. Слышишь? А, с кровью. С кровью нельзя. Ты нормальный вроде как. Это гор, что ли? Я не помню их. Так, нормально. Слышишь? Ну ты гад. А ты нормальный. Хорошо. Ты сволочь. Так, сними морду. Ладно, нормально. Ты тоже. А ты в ад. А ты вроде ничего такой. Да, теперь меня будет гнать хлыстом. Будут. Ну, будут гнать, хорошо. Нафиг. Я не считаю, потому что, ну, блин, на с плюсом не отработаем. В основном не считаю. Ой! Моисей, ну что ж ты, ладно. Нафиг. Эх, нормально. Ты тоже четкий пацан, а ты не очень четкий. А ты тем более. А, у тебя рогов нету, но кровь под ногами. Хороший мужик, я думаю. И ты тоже. Слушай, все в рай сегодня? Что так много-то вас? В рай. Ну ты в рай по-любому. Все, отработали. Потрясающе, да? Работа выполнена. На ашечку с плюсом. И теперь детектив. Вот это же надо же. Новые клиенты. А теперь они будут время от времени появляться у меня, да? Сколько новых клиентов-то, а? Наработали. Плюс 250 влияния нашей смерти. Ну, я так понимаю, надо, чтобы смерть выиграла, да? Или что, или как? Жнец, пособники войны разорили разослали главам государств конверты с новейшим изобретением чумы, порошковым вирусом, который при вдыхании превращает жертву в котенка. И чё? Ты представляешь, к чему приведет неконтролируемое нажатие котят президентов на красные кнопки? А, ну да. В мировой войне множество жертв и к огромному количеству работы для нас с тобой. Да. Нельзя этого допустить, жнец, поэтому предлагаю тебе принять участие в покупке пропитанных кошачьей мятой шерстяных клубочков для отвлечения котят. Федекс. Уже согласились их отправить. Хорошо. Согласен. Сколько там надо? 150. Эх, согласен я, согласен. Все нормально. Ты хорошо справляешься, жнец. Хорошо справляюсь, да. Ок. Ну а что, нормально справляемся, да? Давай. Так, починка. Сломал лифт, его незамедлительно починят, но лишь раз. Купить за 24. Зеркало. Деревянное проклятие древнее. А что у меня, блин, в этом самом, в обители зла там деревянными монетами древние называют, и тут то же самое. А, что-то с деревом не то. Ломающее обычный ход событий.
Не, не надо нам обычный ход ломать, пускай будет все нормально. Дальше. А сколько здесь вообще недель-то? 3, 4, 5, 6, 7. 7 недель? За 7 недель мы справимся или дальше потом новая неделя откроется? Ладно, хорошо. Недоступно пока. Давай начнем, детективушка, давай. 35 уже клиентов, да, в день? Поджимают гаечки, ну ничего. Твоя первая неделя закончилась, и в качестве приза мы открываем чистилище. Нахрен. На самом деле оно было закрыто на ремонт, это просто совпадение. В чистилище попадают грешники, которые осознали свою неправоту при жизни. А как мне это выяснить? Сегодня и отныне отправляю в чистилище любого клиента, кровь под ногами которого может быть смыта, как и его грех. Ага, а мне смывать? Мне смывать кровь, да? Ах да, чуть не забыл, возможно, ты уже заметил, что иногда ты получаешь больше черепов. Это все твоя интуиция. Если отправишь клиента без манипуляций над ним, то ты получишь дополнительные черепа. А кто там знает вообще? Смыть можно? Можно. Эй, не-не-не-не-не, почему? Я не понял. Слышишь, я вообще Д нажал. Назвал этого малого Тимур... А что такое? Что такое? У нас кнопки сломались, я не понял. Кровожадность. Какого хрена? Эй! Эй-эй-эй, что такое? Ад местами поменялся с раем, что ли? Нам пришлось бежать. Хорошо, в рай. Ага, вот так. Вот суки, а. Можно смыть? Поломка лифта. Опять поломка лифта? Чё? А чё случилось-то? У меня кнопки перепутались. Дальше. Так. Давай обсудим детали перед уходом. Давай. Давай. На орбите Юпитера произошло столкновение людей с неизвестной им расой. И что? Столкновение быстро переросло в конфликт, с которым людям совершенно никак невозможно одержать победу. Но пособники войны строят военный завод для оснащения вновь посылаемых на орбиту войск оружием. Понятно. Победы людям этого не принесет, будут лишь дополнительные многочисленные жертвы. Понятно. Хочешь проспонсировать диверсионную деятельность на заводе войны, чтобы предотвратить дополнительную работу? Ну хорошо, проспонсируем. Не волнуйся за свои деньги, они в деле, я понял. Что ты хочешь? Ох, тяжело ходить. Кажется, все дело в погоде, да? Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одолжении, жнец. Отправляй следующий день в мою пользу. Ага, черепов плюс 20 этому. Да не хочу я в твою пользу. Че ты, у меня аж смерть. Пошел нафиг, за 20 черепов не буду работать. Нафиг иди. Так. Ага. Молчание, отключить телефон? Прикольно, не будем. Бедность, на один признак меньше на каждом клиенте. Ладно. Давайте попробуем еще раз ту ешечку повторить, мне просто интересно. Твоя первая неделя закончилась, и в... Да, я понял, открывать чистилище. Что случилось-то? Что случилось? Попадают грешники, которые осознали... А, точно, точно! Я и забыл про чистилище совсем. Вообще, из головы вылетели. Сегодня и отныне... Да-да-да, я буду отправлять. Чистилище, по-моему, на S. Да-да-да, возможно, заметил без... Понятно. Хорошо. Чистилище S. Так, тебя в ад. Хорошо. Можно смыть? Нельзя, в ад. Тебя? Можно. Чистилище. Вот. Я уже говорил, и скажи еще раз что-нибудь. Ты в ад? Ты в рай, а ты в рай, и ты в рай, и ты чистилище. Вад нахер. Слышишь? Чистилище, хорошо. Вад. Ну, можно. Нахер. Слышь ты, можно смыть. Окей. Да. А оружие, с оружием вад. Нет, сюда. Можно смыть, врагов нет. Хорошо. Окей. Мойша, тебя куда? В рай? Ну хорошо. Можно смыть? Можно. Рога есть? Нет. Нормально. Хорошо. Можно? Можно. Можно. Давай в чистилище. Ты вообще нормальный пацан. И ты тоже самое. Слышь, рога есть? Все равно в ад. В ад. Я... Да похер, в ад. Можно смыть? Чистилище, хорошо.
Ты нормальный пацан, а ты в ад. А ты как бы, ну ладно, чистилище так чистилище. Пора выбросить елку, пора выбросить, Слышь, ты с оружием, прикинь. А, можно смыть, да? Но ты с оружием, ничего не могу сделать. Да, что? Все, нафиг, пошел нафиг. И ты туда же, А, да у тебя по-любому не отмоешься. Все, работа выполнена. На сколько? На ашечку? На ашечку. Вот это я понимаю. А то, понимаешь, устроили мне черепа 41 из 45. Ну, бывает, бывает. Вот, вот другое дело. Дальше, дальше, дальше. Давайте попробуем теперь второй денечек в этой недельке. Давай, детектив. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь существам в их загробной жизни. И что? Люди считают, что кровь смывается только кровью, но мы дадим существам шанс. Какой? Если кровь с тела оттирается, отправляет таких в чистилище. Понятно, теперь мы всех будем драить просто, всех быть. Поехали, поехали, хорошо. Да ты нормальный вообще, брат. Нет, с оружием, ну с оружием. Ты нормальный, ты по-любому. И чё? Привет, жнец, твой босс. И что? И что? Так как ты уже достаточно умен, то ты будешь помогать прикрепленному с тобой новичку по телефону. Хорошо, это твоя обязанность, и она не обсуждается. Разберешься, походу, не подведи меня. Хорошо, хорошо. Да, да, да. Привет, я твой стажер. Мне сказали, что я могу обращаться к тебе за помощью в спорные моменты. И тут как раз возникла проблемка. Необходимость. Ну что, что? Вот описание. Сильно взволнованно, сильно потеет, огромные рога, хочет чашку кофе. Думаешь, его в рай? Нет, не в рай. Дурила, блин. Не отмывается. Прикинь, не отмывается. У тебя рога есть? Есть рога, нахер. Ты... Ой, эш! Тебя в ад по-любому. Здорово, отмылась? Хорошо, в чистилище тогда. Опа, это же Лебовский! Большой! Молодец вообще, уважаю. Просто... Ну, ты отмылся. Ну ладно, ладно, хорошо. Ты нормально вообще, с лету. Отмылся? Не отмылся ты, прикинь, ты не отмываешься. И ты не отмываешься, все нафиг тогда. Смыл? Смыл? А у тебя лук, прикинь, лук. Бывает. О, ват. Нахер. Так, опять ты. Да, доброго ничего, приятель. Смешнее клиента не видел. Ты только проникнись с моей проблемой. Что? Вот описание. Чешет затылок, сильно икает, жалуется на холод. Отправить его в рай? Ну да. Ты, блин, гонишь. Так, Моисей, сюда. Отмылся? Хорошо. Нафиг. Слышь, нормально. Жопу. Так, на лабутенах сюда. Давай направо. Отмылась. Ну хорошо, чистилище. Ты отмылся. Ну хорошо. Ай, нет, ошибка, да, это просто рефлекс. Нахер. Задницу. Ты нормальный мужик, я один или Один? Сюда. Все нормально с тобой. А с тобой не все нормально, вообще не все нормально. С тобой тоже свинящая ты морда. А ты нормальный пацан. Чистилище. Сюда. И одну ошибку я таки допустил, блин. Ну, случайно, случайно. Хороший, плохой, у кого ружье, тот и прав. Ну, на Б с плюсом пускай будет. Прибыль плюс 44. Отлично, отлично. В принципе, меня все устраивает. На Б с плюсом я тоже согласен. Окей, что ты мне скажешь? Лишь спящие пробудятся. Жнец, но ты не спи. Я не сплю. Что ты хочешь? Ох, тяжело ходить. Кажется, все дело в погоде. И чё? Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одолжении, жнец. Отработай следующий день в мою пользу. Хорошо? Не за просто так. Да нет, за 20, ну за 20 черепов. Ну ты чё вообще? За 20 черепов я не буду для тебя работать. Пошел нафиг. Не хочу. Он у меня смерть. Полторы штуки уже накосило, блин, а? Опыт. Что тут? Получить 10 черепов в случае победы. Ну, это да. Это да. Победа будет по-любому. Время плюс 30. Дополнительная секунда. Нет, зачем нам время-то? Вот, ну, собственно, это уже будет среда второй недели. Мы дослужились детектива. Скоро будет уже и выше звание. На самом деле игрушка прикольная. Поджимают гайки, ты стараешься быстрее их расстрелить, чей этот придурок со своими звонками бесит. Два раза звонил. Да это капец.
И все-таки игрушка, я считаю, крутая, она заслуживает лайка, заслуживает продолжения и полного прохождения на канале. Если вы за, а я уверен, что за, я прям чувствую, то Peace Death продолжается. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и бабай!